Ирина Кучма – волонтер со стажем. Девушка старается помогать людям, участвует во всех социальных проектах округа. Возможность пройти обучение по этому направлению появилась недавно. И Ира была в числе первых, кто отправил заявку в школу волонтеров. Я хочу получить ценный опыт, все-таки послушать более опытных людей, те, которые вообще разбираются в своей деятельности и знают, что к чему. Они могут дать хорошие уроки, много знаний и вообще, в принципе, найти новых знакомых, расширить свой кругозор. Расширить кругозор здесь не проблема. Тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов в этой области. Теперь ребята могут точно дать ответ, кто такой волонтер и какие задачи стоят перед человеком, который решил им стать. Зачастую на таких мероприятиях ребята испытывают огромные сверхнагрузки, стресс, нестандартные форс-мажорные ситуации. И специально для этого сделали этот выезд, образовательную программу таким образом, чтобы все самые частые неординарные вопросы, ситуации ребята могли отработать в игровой форме и уйти, выйти после этого выезда с новыми знаниями и повысить качество работы, сопровождения волонтеров на мероприятиях. В первой части образовательной программы участники проходили тренинги на знакомство и командообразование. Узнавая друг друга, находили точки соприкосновения, придумывали название и девиз команды. По завершению программы организаторы подвели итоги и еще раз подчеркнули, что такие выезды – это хорошая традиция, которая будет продолжена. Мария Шматкова, телекомпания «Одинцова».